Мы группа «Ведьмак и дракон». Мы вам исполним две песни, а сначала прочитаем стихи. Посвящается всем юным авторам фэнтези. Если ты герой, не имеешь права вороных седлать и хлестать сивуху. Ты врагов сражаешь мечом кровавым, получить не смей кулачиной в ухо. Белоснежный шелк не снимай в морозы, в шерстяных штанах не бывает принцев. Пусть принцесса ждет, проливая слезы, позабыв, что ей хорошо за 30. Если ты злодей, все примерно то же. Выбирай костюм монохромный строго и ходи все время с угрюмой рожей, чтобы разбегались с твоей дороги. Были толстый слой, крыс зловещий шорох, вечный мрак и ни одного окошка. В кабинете каркает черный ворон, а ходи с невеней черной кошкой. В фэнтезийном мире легко и просто, всем понятно сразу, что вы за фрукты. Обрисован общий сюжетный остов, собирай детали, простой конструктор. Юный автор сел за творенье фика, светит фаербол из стабатной лампы. Файтер, клирик, вор, чародей, эльфийка. Кто сегодня ты? Вот на выбор штампы. Следующая песня – пародия на песню канцлера Ги, на известную вещь «Романс Квентина Дорка». Называется «Романс весенней сессии». Сошелся ряд, хочешь гулять или смотреть, фоточки дам в белье. Сессия скажет тебе облом, нужно пожертвовать даже сном. Хоть застрелись, будешь сводить долбанный ряд фурье. Невыполнимый крест, жара и все вокруг,
ремни в обрез, перо в руке дрожит, и буквы тишину пляшут, и помыслы мои заключены в слова. Не дай вам Бог дожить, когда прогулы ваши хвостами на зачетку лягут вам. Прокрастинацией обманный рай, музам и книгам сказать прощай. Я не сумел, скоро свет, сна ни в одном глазу. Время жестоко летит вперед, стрессов так много, что злость берет. Кил Даниэль, Айл Берет, ты отлети грозу. Большое спасибо. Спасибо большое.